мои замечания на ваши комментарии. Давненько я этим делом не занимался, и вот решился. Немножечко сделаем. Вот Димон пишет: добавьте что-нибудь в новое в книгу. Это аудиокниги, слушать «Целительные силы», том 4. Я ответил, это уже будет другая книга. Я довольно-таки много времени потратил на то, чтобы написать эти книги. И вот когда я их писал, вот вроде бы раз написал, все нормально, то, что я знал. Значит, перешел к написанию чего-то там уже другого. И тут появляется материал, который очень хорошо ложится или дополняет то, что было ранее написано. Переписываю. И вот так, когда повторилось довольно-таки много раз, я решил. Написал и все. В противном случае ты никогда не напишешь. Лучше уже писать новую книгу, нежели что-нибудь дополнять в нее, лишь бы там дополнить. Что касается дополнений, вы можете почитать в моей библиотеке. Там я целую газету вел. Сколько? Лет 7, наверное, вел я ее. И там очень много чего-нибудь нового, что будет нужно. Я несколько жалею то, что из самого первого тома «Целительных сил» я выбросил там рассуждение о инь-янь. Довольно-таки много я посвятил времени этому вопросу. И когда даже где-то там уже второй том был написан, я посмотрел, что все-таки информация какая-то такая тяжеловатая, и решил ее убрать. А труд-то написанный, и во втором томе как раз были ссылки, по-моему, и даже в третьем томе, на вот эту вот первую часть. Так, и совершенно новое, если уж так говорить, я написал в «Основах здоровья». То есть я решил переработать «Целительные силы» с учетом того, чтобы там меньше было чего-то там научного, а больше, знаете, вот того, что надо. И причем это одной книгой, на 800 страниц вышла книга. В открытом доступе можете посмотреть. Далее Роман пишет: хочу стать вашим спонсором, но никак не могу это сделать. Та ссылка на подписку не рабочая. Вот, жена постучала, она ложится спать. Я выключил кондиционер, который у нее как раз на втором этаже висит, как бы сказать, над спальней и мешает спать. Вот здесь же я не знаю, что, что, как. Вот мне сделали, вроде бы ссылка работала, вроде бы можно было подписаться. Опять надо кого-то просить. Хорошо, что есть вот Владислав, который помогает. Ну, спрошу у него, что там работает, не работает. А так я не мастак в этом деле, поэтому ничего не могу сказать. Следующее. Памяти Шаталовой. Реймир. Благодарю. Только-только открываю для себя Галину Шаталову. Благодарю вас, Геннадий Петрович. Я уже рассказывал, я с ней встречался, с Галиной Сергеевной Шаталовой. Когда она, знаете, была еще, так сказать, в силе. Это был, конечно, мощный человек, знающий, умеющий. Вот, и потом я уже видел ее, по-моему, 90-летнюю, когда она приходила на нашу передачу. И такой казус произошел интересный. Она мне сказала: я с вашим отцом встречалась. Отцом. Ну, такое было. Так, далее. Жанаргул. Скажите, пожалуйста, детская шизофрения – это приговор или можно найти выход из этой напасти? Конечно, в любом случае имеются выходы, все это можно решить, сделать. По-моему, даже
Шизофрению раньше лечили голодом. Ну, насколько это вот можно организовать и где это можно организовать, я не знаю. К тому же, ко всему этому добавился нервный тик лица с выраженной там запись врачей. Помогите, что можно сделать, пожалуйста. Я ответил, это не приговор, но я не знаю, что надо делать. Вот сейчас я вспомнил, что шизофрению лечили голодом. Юрий Николаев, по-моему, как раз лечил голодом. Ну, насколько это все можно сделать и где сделать, либо это все самостоятельно сделать, я не знаю. Так, дальше. Про ностальгию. Это Юрий Кучеровский. Ностальгия приносит своеобразное удовольствие. Ну да, есть такое погружение в прошлое, в какой-то период, в какую-то ситуацию, так сказать, посмаковать ее. К сожалению, как правило, это приводит к потере времени, денег, душевной энергии и так далее и тому подобное. В итоге ничего. Ну, смотря в какую ностальгию погрузиться, есть, видите, такое погружение в тот момент жизни, когда вы были здоровы, молоды, счастливы. И вот погружение вот в этот период приносит очень такие хорошие, позитивные и положительные изменения для здоровья. Как бы подпитывает вас вот той энергетикой, которую вы тогда ощутили. Так что это можно использовать для своей жизни. Вот как относиться к ностальгии, как к фотоальбому или как к незаживающей болячке. Ну, я думаю, что слишком погружаться. Вот смотрите, я только что вам привел два случая про ностальгию. Это одно, действительно, вы, как бы сказать, вот погрузились, там побродили, попереживали. Вы как бы потратили свое время и такое. Либо же вы сознательно погружаетесь в те моменты в вашей жизни, ну, например, там свадьба, там, допустим, первое свидание, и вот этими всеми эмоциями, вот этими всей энергетикой, когда вы какие-то свежи, когда воздух какой-то пьянящий, вот это вот чувство единения с девушкой, а девушкой, значит, с парнем, вот это вот что-то такое окрыляющее. Вот это совсем другое дело, вот это совсем другая ностальгия, которая может вас возрождать. А так, поэтому я отношусь лично вот так вот. К фотоальбому, да нет, как-то я... к незаживающей болячке. Хотя наша память вот может нам вот этот выдать нашу прошлую жизнь как в виде фотоальбома, либо же мы сосредотачиваемся на том, что у нас там, допустим, не удалось, и по каким-то досадным там недоразумениям произошло, что можно было бы исправить там. Ну, вот такое бывает. Ну, все, что не сделано, как говорится, все к лучшему. Живая еда, целительные силы, том 4. Вот как раз пишет это. Моя настольная книга «Всегда открываю новые понятия здоровья». Спасибо вам за ваши труды. Кстати, живая еда, я как-то это все пропустил, вы там еще разок напомните, чтобы сделать с вами совместный стрим по поводу оздоровления вашей дочери. Ну, напишите еще разок, а то я как-то пропустил, куда-то, знаете, ушло. Вы уж меня извините. Вот я как раз все это сам слушал, и вот для того, чтобы себя понять, вот в первую очередь, написав эти книги, я стал лучше самого себя понимать. Какой там ум, как он там включается. Несколько, ну, можно так сказать, сумбурно. Понятие вообще сложное о сознании человека. Но все-таки вот я
изложил так, по крайней мере для себя, я как-то понял, как с ним надо работать. И знаете, это принесло мне такое хорошее успокоение по жизни. Вот что-то такое интересное случилось. А так вот, когда не понимаешь, что там в сознании, как она работает, почему ты так действуешь, вот это, конечно, конечно, тяжеловато. И вот, ну, на этом и закончим. На этом пока и закончим, не будем слишком углубляться. И выложим комментарии и упоминания. О, так и назовем. Вот, Галину Сергеевну я вспомнил. Да, было время, были люди.